Есть. Иду. Иду. Сделаем в лучшем виде. Сделаем в лучшем виде, как пожелаете. Я это сделаю. Сделаем в лучшем виде. Что? Атакуем! Что? К бою готов! За победу! Да. За победу! Готовы. Есть. Есть. Иду. Как пожелаете. Я это сделаю. Кто? Мы? Как пожелаете. Есть. Атакуем! Приказывайте. Я и только я. Что? Всегда готовы. Иду. Я испепелю их. Готовы. Будет исполнено. За победу! Что? Что, мы? Огонь очистит их души. Сделаем в лучшем виде. Сделаем в лучшем виде. Как пожелаете. Сделаем в лучшем виде. Иду. Я это сделаю. Сделаем в лучшем виде. Как пожелаете. Я испепелю их. Сделаем в лучшем виде. Горите! Да. Атакуем! Готовы. Атакуем! Всегда готовы. А? Огонь очистит их души. Готовы. Что? Без проблем. Атакуем! Есть. Готовы. Есть. Выполнил. Есть. Осторожно! Что?
Да. Иду. Иду. Я слушаю, как пожелаете. Как пожелаете. Как пожелаете. Да. Без проблем. Что? Что? Иду. Есть. Без проблем. Без проблем. За победу! Выполнил. Что? За победу! Выполнил. Будет исполнено. А? Как пожелаете. Иду. 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 Как пожелаете. Как пожелаете. Талион, госпожа, как же я рад вас видеть живой и здоровой. Я искренне сожалею о том, что вам пришлось пережить. Но поймите, император был в опасности. И вы, как верный подданный империи, должны были спасать его жизнь. Я понимаю и не держу зла на людей. А винить нужно прежде всего черного колдуна и нашу глупость. Коварный колдун, ведь это из-за него началась война. Как мы могли быть так слепы? Если я прав, и это тот, кого его слуги называют повелителем, то он настроил против империи не только эльфов. Мы обнаружили предателей и среди орков, и среди людей. Что же это за создание? Он появился из ниоткуда, но мощь его была так велика. Мы польстились на его сладкие речи и волшебную силу. Могли ли мы предполагать, что он использует ее для того, чтобы обмануть нас? Ни один смертный не смог бы столько времени лгать нам безнаказанно. Мне чудом удалось бежать, когда меня перевозили в его цитадель. Охранники понадеялись на крепость замков, но не знали, с кем имеют дело. И еще... Разговоры потом. Сперва нужно добраться до башни на том берегу каньона. В столице вы будете в безопасности. Будем осторожными. Возможно, что отряды мертвецов прочесывают окрестности. Готовы. Сделаем в лучшем виде. Я это сделаю. Иду. Сделаем в лучшем виде. Как пожелаете. Сделаем в лучшем Что? Виде. Будет исполнено. Без проблем. Да. Кто? Мы? Без проблем. Сделаем в лучшем виде. Вы обратились к мастеру. Я это сделаю, как пожелаете. Сделаем в лучшем виде. А?
Да. Сделаем в лучшем виде. Я это сделаю. Как пожелаете. Я это сделаю. Сделаем в лучшем виде. Сделаем в лучшем виде. Я это сделаю. Как пожелаете. Иду. Иду. Как пожелаете. Огонь очистит их души. Сгорите! Я и только я. Я испепелю их. Готовы. За победу! Опять что-то неспокойно? Сделаем в лучшем виде. Сделаем в лучшем виде. Иду. А? Похоже, что дело серьезное. Похоже, что дело серьезное. Похоже, что дело серьезное. Кто? Мы? Опять что-то неспокойно? Похоже, что дело серьезное. Кто? Мы? Сделаем в лучшем виде. Иду. 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 Я и только я. Что? 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 Я повелеваю огнем. Иду. Я это сделаю. Иду. 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 Я испепелю их. Всегда готовы. Иду. Осторожно. Я слушаю. Да? Готовы. Иду. Я это сделаю. Иду. Иду. Как пожелаете. Я это сделаю, как пожелаете. Я испепелю их.
Что? Выполнил! К бою готов! Будет исполнено! Что? К бою готов! Готовы! Я испепелю их! Я это сделаю! Сделаем в лучшем виде! Я это сделаю! Осторожно! Я испепелю их! Сделаем в лучшем виде! Я это сделаю. Сделаем в лучшем виде. Опять что-то неспокойно? Похоже, что дело серьезное. Сделаем в лучшем виде. Похоже, что дело серьезное. Мы? Теперь мы в безопасности. Я рад, принцесса, что хоть чем-то смог помочь вам. Я благодарю всех, кто не оставил меня в трудную минуту. Я жива, но главное, мне удалось подслушать разговор черного колдуна об артефакте гномов. Артефакт гномов. Гномы давно ушли, хотя остатки их великой цивилизации до сих пор поражают воображение. Простите, что прервал вас, но все это так увлекательно. Так вот, колдун хвастался, что его черная магия так сильна, что один лишь только посох власти может ей противостоять. Посох власти. Древний артефакт гномов. Спасибо за бесценную информацию. Я, кажется, знаю, где начать поиски. Мы добудем оружие, способное спасти мир. Yeah.